«Господи Боже мой», — говорит он, — «когда-то мой отец дал ему небольшой клочок земли и двух поросят. И посмотрите, какое свинство он развел!» Да, действительно, Зубов стал уже к тому времени очень такой крепкий хозяин, такой газда, по-нашему, как говорится, да, по-украински. Но не кошерный, да, не кошерный, да. Потому что кошерный поросенок – это же оксюморон, правильно? Да? Разве что, если его не есть, тогда будет кошер. Знаете этот анекдот, да, когда идет тут три поросенка по лесу, навстречу им волк. И волк говорит: «Шалом!» Поросята: «Ух, пронесло!» А Зубан этот, значит, он, как бы, чтобы показать свое достоинство, он объясняет ему Баринкаю и всем, кто он такой. Здесь есть куплетик, я оставил его на языке оригинала, там немножко как другой текст, там говорится о том, что я, мол, с детства не любил ни чтение, ни письмо, ни стихи, а вот свинки – это мое. Это... Велико мое имение, а с ним и уважение, и скоро час настанет, судья мне зятем станет. Начальству я приятен, и помню, как-то по весне ошибкой председатель сам руку подал мне. Да, жир свиной и колбаса творят на свете чудеса, да, жир свиной и колбаса творят на свете чудеса, да, чудеса, да, чудеса. Зато в деревне дома хозяйство мне знакомо. Люблю, когда разрыта земля вокруг корыта, и так толпятся свинки, что видно только спинки. Да, 1005 моих свиней одна другой милей. Хрюкают там, прыгают тут, и ко мне, как веточки, льнут. Для души нет слаще минут. Я das Schreiben und das Lesen ist nie mein Sach gewesen, denn schon von Kindesbeinen befasst ich mich mit Schweinen. Ach, war ich nie ein Dichter, Potsdamer Wetter Pablo, nur immer Schweinezuchter, poetisch war ich nie, mein ideale Lebenszweck ist Bullshit wie ist Schweinespeck, da Schir, Svinoi и Kolbasa творят на свете чудеса, да, жир свиной и колбаса творят на свете чудеса, да, чудеса, да, чудеса.